Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. Представляю вам автомобиль The Beast, или Зверь, в котором установлен настоящий авиационный двигатель Rolls-Royce Merlin. Такие двигатели объемом 27 литров устанавливались во многие самолеты времен Второй мировой войны, например, в знаменитый британский истребитель Spitfire. Британский инженер Пол Джеймсон еще в 60-х годах прошлого века задумал сконструировать автомобиль с авиационным двигателем. В процессе переделки двигатель лишился нагнетателя и потерял немного мощности. Получилось около 800 лошадиных сил против 1000 с небольшим у ранних версий с одним нагнетателем. Он самостоятельно спроектировал и изготовил уникальное шасси с передней подвеской от седана Austin A110 Westminster и задней от лимузина Jaguar XJ12. На него он установил двигатель. Для продолжения работ с автомобилем Пол обратился к Джону Додду, который имел свою фирму по обслуживанию, ремонту и доработке автоматов. Была взята за основу трехступенчатая КПП GMTH400 и усилена под огромный крутящий момент. Заодно изменены передаточные числа под низкооборотистый мотор, развивавший всего 2000 оборотов в минуту. В процессе работ над машиной Джон Додд предложил выкупить ее и стал владельцем будущего зверя. Имя дал автомобилю именно он. Джон обратился в кузовное ателье, где были изготовлены панели кузова из стеклопластика. Капот был украшен оригинальной решеткой радиатора Rolls-Royce, которую после судебного иска о защите авторских прав пришлось убрать с автомобиля. Огромный трехдверный универсал песочного цвета оборудован баком на 120 литров. Расход топлива превышает 1 литр на километр. Теоретически максимальная скорость зверя, высчитанная путем сопоставления характеристик двигателя и передаточных чисел трансмиссии, может превышать 430 км в час, но без учета аэродинамики, стабильности напрямую и прочих факторов. И такой скорости автомобилю, естественно, не достичь. Но рубеж в 300 км в час был преодолен Джоном Доддом многократно. В свое время зверь был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый мощный в мире автомобиль. Вы были на канале Покоритель Бездорожья. Я Алексей. До новых встреч!